Ну а Евразийская экономическая комиссия заявила об отмене запрета на вывоз металлолома из Казахстана. Напомним, правительство нашей страны ввело работу над соответствующим приказом о запрете вывоза вторичного сырья на всех видах транспорта. Ранее в стране действовал запрет на вывоз в соседние страны только на автомобильном транспорте. По мнению казахстанских властей, ограничения на экспорт необходимы, потому как отечественные предприятия в итоге остались без сырья для переработки. Это привело к простою и закрытию заводов сразу в нескольких регионах страны. В случае, даже если запрет на вывоз будет действовать, правительство Казахстана будет работать над соглашением, которое поможет оставить вторичное сырье в пределах страны. Решением заседания МВК наше министерство было поручено проработать вопрос о регулировании участников деятельности по сбору и заготовке ломных отходов черных и цветных металлов. Заключить с ними соглашение. Подписание данного соглашения послужит гарантией, значит, ломоперерабатывающих предприятий закрыть потребность внутреннего рынка на 100%. Первичной задачей является обеспечение отечественных металлургических заводов необходимым количеством и качеством